Всем привет, меня зовут Наталья, и сегодня будет рубрика «Пустые баночки». Я эту рубрику обожаю и люблю сама снимать, и люблю посмотреть, так что оставайтесь со мной. У меня сейчас переезды, всякие, короче, тут события, и поэтому чуть пораньше снимаю, потому что надо избавляться, выкидывать, и не очень много накопилось, но все же. Начнем, пожалуй. Шампунька. Очень крутая шампунька, мне понравилась. Love Beauty and Planet, хватило мне надолго, тут еще прям на один разок, даже на полраза. Экономичное расходование, очень круто промывает, классно пахнет, оставляет ощущение такого слегка холодка. И я пробовала этот шампунь без бальзама использовать, без маски, что на моих волосах вообще что-то, ну, такое, это нереально. Но он отлично как бы работал без бальзама. Ну, конечно, это не на постоянку, но если вы что-то такое ищете, я вам очень рекомендую. 400 мл стоит, ну, может быть, 260-270, если на скидке где-то найдете. Классная штука, отличная помпа тут такая большая. Супер. Не помпа, а вот этот вот дроп-офф какой-то там. Вот, классный, рекомендую. Хочу теперь попробовать с кокосом линейку вот эту. Так, Faberlic, вот такой дезодорант для интимной гигиены, цветочный аромат. Он у меня что-то ему 100 лет, я не знаю зачем, как бы, ну, он еще тут даже остался, просто избавляюсь, потому что, ну, не нужны мне эти банки лишние, и как-то я не поняла, честно, прикола не поняла. Может быть, я что-то вообще не шарю в этих делах. Так, вот такое очищающее средство там оставалось у меня на донышке, и помпа тут классная, это Oriflame Novage. Это тут как гелевая такая консистенция, это типа тонер и очищающее средство, но как бы я все равно после всегда пользовалась тоником. Очень прикольная, на утро особенно. Как бы насчет очищения такого до скрипа или какого-то супер-пупер, что он вам что-то там снимет макияж, я думаю, вряд ли, но на утреннее очищение, на такое легенькое, очень даже вполне. Прикольно то, что вот эта помпа есть, классно. Понравилось, но дороговато, конечно. Так, далее что у меня тут? Давайте. Что-то я тут прям вообще... Тоже Oriflame, вот такой сухой шампунь. Этот мне не понравился. Этот шампунь для объема. Есть такой же другой, который там для свежести волос, он да. А вот этот для объема мне не понравился. У него жуткий запах такой, который прям держится на волосах, не перебивается парфюмом никак, и я прям, ну, мне не понравился, и он по ощущению не дает вот такой свежести, которую я люблю, которая должен давать такого рода продукт. Нет, такой я не рекомендую, не возьму, не хочу, не буду. Так, бальзам вот такой Глискур золотой. Чуть-чуть его тут у меня оставалось, драгоценные масла, сыворотка кератина, прикольный, хороший, но, не знаю, повторю, нет, если вообще нечего будет брать, то возьму, возможно, но вообще такой нормальный, среднячок такой, скажем, вот, хорошо волосы так струились после него, но никакого, естественно, питания, никакого ничего там лечения вы от него не получите, просто такой разглаживающий эффект. Вот такая маска от Faberlic, уже разрезала. Это шоколадная маска с маслом какао и ланг-лангом. Как же она пахнет! Вот за один запах я просто, блин, не знаю, готова петь ей оды и повторять. А, я измазалась в шоколаде теперь. Вот, я даже разрезала и последний раз нанесла ее полностью вот так вот прям на декольте. Очень крутое, дает питание. Реально, не питание, а увлажнение. Это увлажняющая маска. Она именно вот как бы получается спа, вот этот релакс вы получаете, и плюс вот это вот такая какая-то слегка светящаяся кожа после нее, прикольная штука, и стоит не очень дорого, я рекомендую, присмотритесь, по крайней мере вот за аромат за один точно стоит попробовать. Так, вот такие витамины сейчас пью, Wellness, это нутрикомплекс для волос и ногтей. На волосы он мне не помогает, сразу говорю, потому что волосы у меня сыпятся. Сейчас буду дальше тоже рассказывать.
На ногти, да, этот комплекс работает хорошо. Я уже пропивала весной такой комплекс, 4 упаковки выпила. Сейчас вот у меня вторая идет в ходу. Вот, и где-то после третьей упаковки виден уже прям результат, что ногти прям такие вот жесткие, прям классные. Вот, сейчас пока как бы таких видимых результатов нет. Но пью, естественно, как бы я люблю все эти БАДы, все это. Я уважаю. Так, далее. Вот такую коробочку выкидывается на вид от угрей, прыщей и черных точек, крем-гель для проблемной кожи. Очень крутая штука, очень крутая штука. Реально, я на ночь использую. У меня сейчас такое, знаете, лицо уже ближе к хорошему. Не скажу, что идеальное, но ближе к хорошему. Я его восстановила после всех неудачных, да, там, моих экспериментов. Вот, и сейчас как бы вот поддерживаю эффект, и мне нравится использовать этот крем на ночь, и как бы он реально подсушивает что-то, убирает какие-то начинающиеся воспаления. Ну, в комплексе, естественно, со всеми, с моими другими там средствами этот крем-гель работает хорошо и стоит недорого. Рекомендую, девчонки, у кого как бы проблемы кожи. Он не сушит, кстати, и нужно совсем. А что я... вот у меня прям рядом он лежит. Он вообще вот прям расход у него минимальный, и как бы тут такая, ну, в общем, классный. Присмотритесь, 35 миллилитров, хороший кремушек. Просто коробочку выкидываю, поэтому рассказываю. Так, вот такой лосьон для тела Love Nature. Сначала что-то мне прям он понравился из-за аромата, честно, да, только аромат. Такой прям вот гель для душа у меня был. Это кокосовая вот эта вода с дыней, что-то такое летнее, свежее, приятное, морское, чуть-чуть, ну, больше сладкого, дыни, наверное. Но сам лосьон вот этот не понравился. Он жутко липнет. Я наношу как бы такие вещи на ноги и на руки, да, вот, ну, то есть, поняли, да, на конечности. И вот на ногах я не ощущала, а на руках прям вот в складку, как бы, да, вот это вот прям липнет вот так. Капец, караул. Это проходит быстро, эта липкость, но это жутко бесит. И поэтому я не рекомендую, повторять не буду такой лосьон. Сейчас у меня такой же в использовании, только с арбузом там и с чем-то еще. Тоже такая же история. Поэтому нет, Love Nature хорошее мыло, хорошие гель для душа, но лосьоны нет. Не понравилось вообще. Дезодорант Рексона очень крутой, вот этот прям классный, яркий букет. У него приятный аромат, он такой цветочный и прям свежие цветочки, не удушающие. И у него классная такая вещь, как бы получается, он, во-первых, он держит действительно защиту весь день. И он, вот когда вы его нанесли, он вот не пудрой, да, такой, вот когда вот пудровый, да, понимаете, о чем я, дезодоранты, как бы вы наносите, у вас вот эта вот какая-то пленка пудровая, а он как чуть-чуть такими шариками, не знаю, как катышки, да, такие вот получаются, и прям раз-раз смахнул, короче, и все, у тебя сухая эта область, да, подмышечная, так скажем, впадина, вот, и все прикольно, все приятно, как бы не пачкает одежду вообще абсолютно, хотя тут этого не заявлено. В общем, круто. Мне понравился дезодорант. Вот этот рекомендую. Я первый раз именно этот попробовала, и мне понравился. Реально классный. Девчонки, посмотрите. Так, дальше. По поводу вот как раз волос. Вот такая Веледа. Это укрепляющий тоник для роста волос с розмарином. Вот так вот выглядит сам пузырек. У меня тут вот на один раз. Примерно 2,5 недели хватает такого пузырька. Но я использую только на ночь. Днем я не использую. Мне он почему-то стал грязнить волосы. Раньше такого за ним не замечалось. Я очень люблю аромат вот этот розмарин. Слегка отдает с притяжкой, но не сильно. Очень крутой, как бы в плане работы именно с выпадением волос. После первого тюбика никогда вы ничего не увидите. Начинается эффект со второго тюбика. Вот где-то на половине тюбика прям перестают резко выпадать волосы. Вот реально. Поэтому я делаю, терплю, да, то, что они еще падают, но реально знаю, что будет потом эффект и результат. Это натуральная косметика. О, я поймала как-то на скидке в Ревгоше за хорошую цену. Взяла сразу 2 пузыречка. Ну, как бы, может быть, и возьму себе дальше, да, чтобы продолжить курс. Потому что такие вещи, конечно, надо курсом проделывать. Но вот пока сейчас второй дамажу. Не хочу сейчас, знаете что, просто за
ну, очень много мне сейчас переезд, и поэтому много продуктов не хочется себе закупать, потому что, ну, сами понимаете, как бы лишнее перевозить не хочется. Поэтому сейчас избавляюсь по максимуму от всего, и потом буду уже на новом месте, как говорится, обрастать новыми банками. Вот такая штука классная очень. Кто страдает, рекомендую выпадением волос. Так, далее. Так, вот такие у меня далее три упаковочки от печенюшек Бомбар. Расскажу, записываю для себя. Знаете, как у меня вообще память ужасная, память девичья, блондинистая, и я не запоминаю ничего. Поэтому записываю, чтобы не забыть самой, что мне понравилось, что не очень. Значит, тут Orange и Ginger, это у нас апельсин с имбирем. Тут у нас кокос. И вот это вот с черникой. С черникой кушала вчера. Очень прикольно. Там прям ягодки черники. Классная, понравилось мне. С кокосом тоже понравилось. И с кокосом я не первый раз пробовала, поэтому да. А вот апельсин с имбирем что-то как-то не очень. Не повторила бы. Вот эти две повторю. Эту нет. Но это так вот. Это мое мнение. Вообще вот одной печенюшки хватает реально заменить ужин. То есть я вот вчера трескала, и я ничего не ела больше. Ну, с чайком, конечно же. Вот, поэтому на эти вещи стоит обращать свое внимание, если вы хотите уйти там, да, от всяких сладостей, от всяких вредностей, ненужностей, от зажоров, это всего прочего. Стоит там где-то примерно 60 чем-то рублей. Сейчас стали появляться в Магните они, прикиньте. Конечно, не все вкусы, но как бы все же. Так, про это сказала. Средство Миксит. Или миксит. Free Fitness. Ну, типа подтягивающий крем-гель для тела с моделирующим комплексом Скульптосан, лифтинг-комплексом полисенон, тор и ментолом. Брала из-за ментола, потому что тут летом очень прикольно, когда ты лежишь дома в жаре, в этой, не знаешь, что куда, да, 40 температура. У нас на минуточку сегодня 22 сентября, вчера было 34 градуса, чтобы вы понимали, как бы у нас тут очень жарко еще. Вот, и вот такие штуки классно охлаждают. То есть для этого вот брала. Я понимаю, что это ничего не работает. Прикольная помпа, как бы такой прикольный сам по себе продукт, он быстро впитывается. Может быть, что-то даже и подтягивает, может быть, что-то там и моделирует, но вряд ли. Прикольно охлаждающее средство, но дороговато для такого, потому что, ну, всего 150 миллилитров. Буду что-то искать еще с охлаждающим эффектом. По-моему, у Эвелайн были прикольные какие-то такие штуки для тела. Так, Novage наконец-то у меня закончился. Наконец-то говорю не потому, что он мне не нравился, а потому что очень надолго его хватило. Гидрофильное масло крутое вообще. Тут прям осталось чутка. Значит, это масло убирает водостойкий макияж, очищает классно вашу кожу именно от SPF, от BB кремов хорошо. То есть я очень тщательно сейчас подхожу к очищению. У меня двойное очищение обязательно. То есть я сначала умываюсь гидрофильным маслом, и затем я умываюсь уже какой-то пенкой. И это вечером, да, происходит. Утром, конечно, у меня там просто пенка какая-то идет. Вот, и это крутое, классное, работающее масло. Сейчас на скидке, возможно, но опять же, да, я как бы затариваться не буду, но вообще, когда будет на скидке, я себе повторю. Сейчас у меня есть другое гидрофильное масло другой фирмы, Биаре, по-моему, у меня сыворотка там. Вот, но вот это классно. Присмотритесь, хватило мне вот что-то на полгода, по-моему. Ну, прям надолго хватает, реально круто. Так, далее. Такая вот штучка-дрючка, мультивитамин, минералы Арнебия, заставляла пить мужа. Самой мне не очень. Извините. Блин. В общем, это просто шипучка с таким ярким, каким-то цитрусово-сладким вкусом. Ну, он так морщился, выпивал, ну, как бы вместо простой воды нормально. Не знаю, конечно, что тут мультивитамины, минералы, как бы что оно тут действует, не действует, но от одной штучки явно ничего не прибавится. Так, в качестве баловства. Когда-то был в подарок, мне, по-моему, в подружке за что-то давали. Так, по декоративочке. У меня тут много чего. Буду снимать потом Project Pen и расскажу, что, как, где, что закончилось, что нет. Вот эту тушь. Ну, блин, сейчас, подождите. Вот эту тушь выкидываю. Даже, мне кажется, там еще можно ей попользоваться, но она мне что-то стала жутко отпечатываться на нижнем веке. Вот тут, ну, короче, некрасиво. Доезжаю до работы уже с испорченным макияжем. А так прикольный объем.
эффект кошачьих глаз, то есть такой распахнутый. Классная тушь, хорошая, но почему-то вот такой с ней эффект. Может быть, это тут на жаре, возможно, потому что там у меня с ней проблем не было. В Подмосковье здесь вот такое дает. А может быть, просто она уже действительно, ну, как бы подпортилась. Выкидываю вот такой, как его назвать, что это, матовая губная помада. Это ужас ужасный, Эвелайн мне вообще не понравилось. Это кошмар. Она каким-то, как, короче, куриная жопка вот так вот делает. Это вообще караул. Как пластилин какой-то. Она и наносится не очень приятно, и в носке цвет классный, прикольный. Вот вы нанесли. Я даже какое-то видео с ней сняла, и потом мне даже на видео как-то там что-то уже поползло. Короче, караул. Просто безобразная помада. С ней в комплекте в коробочке шел карандаш. Карандаш прикольный, помада нет. Стой. Так, вот эта штука. Блин, я сегодня сниму нормально или нет? Вот эта штука для кончиков волос из корейской косметички Сайхерб. Извините, ребят, ну реально у меня единственный выходной. Мне надо сегодня отснять, значит, Up Hot Hair, как-то вот так называется, не понравилось. Прикольный травяной запах, и на этом все. Он как-то мне вот делал на волосах чуть-чуть эффект стекловатый какой-то. Как-то с ним надо было приноровиться к нему за такие деньги. Но это как бы пробник, а большой вариант, большой формат как бы стоит там что-то 1600. Нет, мне не понравилось, точно. Точно не советую. Так, рассказывала, показывала девушка-консультант, очень такая, мы с ней прикольно разговорились, она мне накидала полно пробников вот такой Альцина, вот такой вот марки, которую я не знаю. Этот именно пробник, это у нас софт пилинг, умывалка энзимная, которую каждый день можно умываться, вечером классная, вообще супер. Она прям как-то делает кожицу такой прям очищенной, крутая штука. Я, скорее всего, буду сейчас тоже, да, для себя как бы записываю, скорее всего, буду эту марку искать, брать. Как-то мне прям понравилось. Вот это хорошая штука, крутая. Это прям порошочек беленький. И так, ну, то есть, как бы вы разносите, те, кто знает, что такое энзимная пудра, как бы, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Крутой продукт. Так, вот такие вот у меня диски закончились ватные. Надо съездить в светофор. Я не помню, по-моему, в светофоре. Вообще там 3 копейки они стоят, и большой объем очень хороший, как бы зачем переплачивать бешеные деньги за такие вещи. Так, вот такая сыворотка от выпадения тоже для стимуляции роста волос. Не поняла, вообще пшикала просто так, чтобы напшикать. И, наверное, может быть, в комплексном каком-то уходе она бы и сработала. Или при постоянном применении, но у меня вот был только один пузырек, и я как-то, ну так, без энтузиазма. Пипец, король. Так, вот такая вот штука от Мизон закончилась у меня. Это на прыщичке салициловая такая кислота с пудровым эффектом по типу болтушки. Она вот, ну, такой белесую имеет консистенцию, да, вы как бы наносите на прыщичек точечно, и он у вас подсушивается. Реально классная, крутая штука, хватило надолго, стоит дорого, но если я найду аналог, будет, конечно, круто. У меня сейчас есть в использовании. Ну, как бы я ее не начала, еще не открыла, то есть у меня нет таких явных проблем. Вот, но есть, лежит у меня, по-моему, Дермахелл, не помню, кто что, в подружке брала, показывала в распаковке. Но вот эта штука классная. Единственное, что тут нет никакой вот пимпочки, да, чем наносить. А так, это действительно реально такие вещи работают на подсушивание, так скажем, прыщичков. Так, выкидываю вот такую подводку. Была у меня такая коричневая, и вот эта вот фиолетовая тоже пришел ей конец, так скажем, да, вот она, вы видите, уже вся грязненькая. Можно я не буду рисовать? Она прикольный очень цвет имеет, но вот это вот ее, то, что она портится быстро, ну, как быстро, относительно, как бы, да, коричневая быстрее испортилась, это вот не так, потому что я ее елозила не по теням, то есть я вот просто там, да, вот наносила. Она классная, стойкая. Караул. Классная, стойкая, то есть не размажется. Никуда не размажется, никуда не денется, но вот именно вот это вот в нанесении, то, что она, вы ведете, да, и она может как бы уже все закончить, надо встряхивать, и это все может тут, ну, короче, нет, повторять не буду. Так, хлоргексидин всегда есть у меня, использую, если что-то наковыряло, поковыряло, то протираю лицо. Вот, крем для ног, вот такой, что ж такое, сколько волос.
Крем для ног с тыквой прикольный, классный, хороший. Из Oriflame один из лучших. Хороший, да. Пока не буду брать, потому что есть другие в запасах уже. Но вот этот достойный. И по питанием, с питательным свойством, по запаху, по аромату. И то, что он быстро впитывается, но при этом как бы хорошо напитывает, да. Так, вот такой Oriflame кремушек у меня тут чуть-чуть еще осталось. Вымазываю на шею, он вызывает сыпь. Реально, даже на шее чуть-чуть вот есть такая, какие-то мелкие прыщички. Так что аккуратнее те, кто обладатели кожи, которая склонна ко всяким забиваниям и ко всем этим делам. Короче, да, он имеет, что тут, 10, по-моему, SPF, да, SPF 10. Так он для возрастной кожи, Q10, он такой вообще совсем бюджетный, абсолютно там, сколько-то, 3 копейки он стоит. Возможно, на чьей-то коже работает нормально, мне нет. Я на лицо сначала пользовалась, ну, как бы поняла потом, что лучше я не буду рисковать со своей такой проблемной кожей. И вот на шею, да, надо вот чуть-чуть еще домазать, и все. И распрощаться. Так, что у меня тут еще? О, вот это вообще супер штука, тоже альцина. Это тоже из того же вот этого, да, из той же серии. Это, в общем, флюид. Он с 10% кислотой. Ага. Тут, по-моему, гликолевая кислота, если я не помню, сейчас не буду врать, или фруктовая какая-то кислота. В общем, эта штука у меня была прям... Проблема такая назревала конкретная на носу, прям вот тут. Я им, как мне, по рекомендации девочки-консультанта, я намазала, как бы, да, прям. У меня моментально, практически, там, на следующий день стало меньше это дело, то есть уже там ничего не вызрело, не созрело, так скажем, да. Вот, и как бы потом просто, ну, еще раз я тоже нанесла на следующую ночь, и на третью ночь мне хватило, как бы, я просто попробовала на все лицо нанести, думаю, ну, блин, чем черт не шутит, почему бы и нет. Классная такая штука, блин, вот это вот кислоты, вот это я понимаю, 10%, как бы сразу его видно, такой эффект крутой, прям подсушились все штучки, которые там что-то где-то начинались, я вот это буду брать однозначно, уже пошуршала по всем сайтам, 990 рублей где-то примерно стоит 50 миллилитров, но хватит надолго, потому что можно же точечно, да, можно как бы на все лицо, ну как бы не каждый день, конечно, но, блин, вот эта штука, просто присмотритесь, вот аха, 10% вот этот вот альцина, крутая вещь, я бы даже, ну, вместо вот этих бы использовала, потому что, ну, гораздо приятнее, быстрее, лучше работает. Вот такая фигня, выкидываю, закончился срок годности, гель, лубрикант для комфортных отношений, ну, извините, да, такие интимные темы. Как-то, ну, не знаю, ерунда, такая гелевая консистенция какая-то, да, абсолютно как водичка во что-то превращается, приятненько вроде как пахнет, ну, не знаю, мне, наверное, просто не надо этого. Мне так все хорошо. Так, Розекс закончился, им я пользовалась, когда у меня был самый прям вообще ужас караул на лице, после использования определенных средств, так скажем. Мне хватило в этот раз одной упаковки, реально. То есть я как бы с одной упаковки вылечила все свои проблемы за месяц практически, да, может чуть больше, я сейчас не буду врать. Но он реально работает с розацея. Розацея это такие, она проявляет себя по-разному, да. Есть как бы розацея, которыми как бы розовыми такими, как, ну, как это назвать, сеточка, не сеточка. Есть вот как розовые угли, да, такие. То есть у прыщиков тоже есть разные, как бы, так скажем, градации, их разные, их... как это, господи, ну, вылетело слово, в общем, вы меня поняли, то есть они есть подростковые, есть там еще какие-то, есть там, когда какая-то зараза, да, у вас, а вот именно розацея, это вот такие розовые угри на возрастной коже уже, когда, ну, вроде уже надо все морщины лечить, а мы лечим прыщи, вот попробуйте, стоит 600 где-то примерно рублей, 600-700, в зависимости от аптеки. Не попробуйте, я неправильно говорю, спросите у врача у своего, если у вас как бы дерматолог грамотный, он вам посоветует. Вы просто спросите, что можно вот такое или нет. Тут как бы уменьшает красноту воспаления 0,75 метронидазол. Метронидазол, насколько я знаю, это что-то противогрибковое, по-моему, если я не права, исправьте меня. Или противовирус, ну вот, по-моему, противогрибковое. И именно вот убирает вот этот вот процесс воспаления, то есть дальше не дает распространяться вот этому вашему безобразию и подсушивает то, что есть. Классная штука, реально, девчонки, уже не первый раз меня спасла,
Поэтому, да, рекомендую. Но спросите врача обязательно. Обязательно. Без этого никак. Так, бальзам для губ. Вот такой фиолетовый Фиберлик. Не понравился мне вообще. Конечно, я его домазала тут практически, да, весь. Он какой-то как пластилин, что ли. Он вот не впитывается в губы. Я люблю, чтобы помазал. И такие прям мягенькие губки. Такие прям, ну, прикольно, чтобы было. Вот. А этот он какой-то как сверху ложится пленкой. Ну, короче, мне не понравился. Розовый такой есть у меня там. Лежит в Подмосковье. Он прикольный, мне понравился. А вот этот фиолетовый нет, не советую. Открыла себе... Блин, почему и зачем это кинула? Короче, открыла в сумку, кинула позы The Secret. Прикольный такая. Вот такой... Вот сейчас у нас еще лето же тут как бы продолжается, поэтому еще на осенние ароматы не перехожу. Как перейду, сразу отсниму видео. Но тут это еще не скоро случится. Еще хочется какой-то легкости, веселья и всего подобного. Вот такой консилер у меня закончился. Прям практически уже все. Измазала. Essence прикольный. У него в серединке была какая-то там штука типа лечащая, антибактериальная. Я, конечно, в это не верю. Просто он такого хорошего цвета был. В плане подходящий под мою сейчас, которую, оттенок кожи, да. Хороший, нормальный консилер, но я больше такие брать не буду именно в стике. Потому что мне больше нравится кисточка или какой-то, чтобы был тюбичек, чтобы было удобно. Вот это как-то нет. Я считаю, это не гигиенично такие штуки использовать. Но прикольно. Essence вообще молодцы. Классная как бы компания. Дешево и сердито. Maybelline. Вот такой вот карандаш для губ. Что-то он как-то, знаете, плоховато рисовать мне стал. Но вот тут прям осталось. Вот прям вот. Совсем чуть-чуть, совсем кончик маленький. Я его сейчас допользую и уже выкину, просто чтобы не это. Вам покажу уже и все, и забыть. Вот, это оттенок у нас нюдовый какой-то тут что-то. Годен, вижу только годен. В общем, он подходит до, ну, для всех таких вот... подо все помады, да, но на мне сейчас тоже вот интересно. То есть я его наношу, и у меня получается кожа темней. Его как бы не видно. Вот он такой слишком светлый на мне сейчас. Блин, где же этот оттенок? Господи, ну что такое? Не знаю. Простите, извините. Color Sensation, Shaping Liner, New York, карандаш. Оттенок, и главное, вот нету. То есть вот не написано. Короче, вот нюдовый. Не знаю, жестковат. Мне хотелось чуть-чуть помягче бы его. Так, и вот такое выкидываю помаду Max Factor. Прикольная. Она, конечно, красивая, но цвет абсолютно не мой. Он такой вот, знаете, из 90-х. Розовый, который перламутровый. Он на мне смотрится как-то прям уж очень непонятно. Не знаю, как бы, куда ее деть. Выкинуть тоже жалко. Может, маме отдать? Не знаю. Она у меня мажет на себя вообще. Не знаю, почему женщины вот того, да, скажем, времени нашего советского такого, они вот нормально абсолютно ко всему относятся, они как-то даже не смотрят порой там на оттенки, им вот, ну, помады, помады, что, ну да, как-то прям, мне кажется, можно моей маме не подбирать ничего, ну, я как бы примерно знаю, что она любит, но тоже, мне кажется, ей будет светловато, он такой прям перламутр этот. Посмотрим, я подумаю, отвезти или нет, или уже тут с ним распрощаться. Так, и напоследок вот еще покажу такую баночку у меня. Подходит к концу, там прям, ну, на несколько раз осталось. Но покажу, чтобы уже тоже выкинуть. Порошочек вот такой. Блин. Да что ж такое? Мне помогает. Вот реально, мне с ним все без проблем, короче. Ну, извините, опять же, за интимные подробности. Мне прям с ним лучше, чем без него. На мне работает. На маме, на моей не сработал. Рассказывала в предыдущих пустых банках. Мне зашло. Буду брать периодически. По-моему, в следующем каталоге со скидкой. По-моему. Так что так. Все, такие пустые банки. Извините. Извините за эти звуки, но никак по-другому. Все, спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на меня тут и в Инстаграме. Пока-пока.